Группа компании «Аврора» с гордостью представляет воздушные поршневые компрессоры Винт-25 и Винт-50. Масляные компрессоры прямого привода предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи его к различному пневмоинструменту. Область применения устройств достаточно широка. Компрессоры пригодятся в небольших мастерских, на даче, при производстве ремонтных работ или на стройке, в общем, везде, где необходим недорогой и компактный источник воздуха. Особенно востребованы аппараты будут в небольших автосервисах и гаражах для подключения пневмоинструмента начального класса. Краскопульт, пескоструй, антигравий, продувка и так далее. Производительность устройств на входе 271 литр в минуту при нулевом давлении в ресивере. Объемы ресиверов 25 и 50 литров. Максимальное давление 8 бар. Мощность электродвигателей 1,8 кВт. Компрессоры «Аврора» отличаются от конкурентов простотой и надежностью конструкции, а также высокой ремонтопригодностью. Весит устройство 30 и 38,5 кг. Для того, чтобы упростить погрузку и транспортировку аппаратов, компрессоры оснащены рукоятками и колесами. Покупателю нужно знать, что перевозить масляные компрессоры следует в строго вертикальном положении. В противном случае возможны утечки масла из картера блока цилиндров. Пластиковые кожухи защищают аппараты от грязи, а также берегут руки владельца от ожогов. Кроме того, кожух выполняет шумопоглощающую функцию. Крыльчатка, установленная на роторах электродвигателей, применяется для охлаждения блока цилиндров. Головки и блок цилиндров выполнены из алюминиевого сплава с оребрением для обеспечения лучшего теплоотвода. Воздушные фильтры входящего воздуха, установленные на компрессорах, позволяют избежать попадания в цилиндры пыли. Стоит обратить внимание покупателей на необходимость периодической чистки и замены фильтра. Блок автоматики, установленный на компрессорах, следит за поддержанием рабочего давления в ресивере. Процесс сжатия воздуха выключается при достижении давления в 8 бар. Когда давление в баке падает до 6 бар, автоматика снова включает забор воздуха, который продолжается до момента набора расчетного давления. Автоматика применяется для того, чтобы циклы работы и пауз компрессора чередовались. Следует знать, что поршневые компрессоры не могут работать в непрерывном режиме. На случай выхода автоматики из строя компрессоры оснащены предохранительными клапанами, которые сработают, если давление в ресивере превысит максимальное значение. Комплекс обязательных работ по обслуживанию компрессоров включает удаление из ресивера конденсата. Для этого владельцу компрессора каждые 60 часов работы устройства нужно откручивать сливной клапан, который находится в нижней части бака. Также стоит отметить высокую производительность приборов при сравнительно небольшой цене. Поршневые компрессоры используют в случаях, когда нет необходимости в непрерывной подаче воздуха на протяжении длительного периода времени. Быстросъемное соединение компрессоров позволяет подключить пневмоинструмент за несколько секунд. Краскопульты к компрессорам Винт-25 и 50 рекомендуется подключать через водомасляные фильтры для улучшения качества подаваемого воздуха. Большой масляный картер с окошком для визуального контроля позволяет оператору следить за уровнем масла. Производитель рекомендует использовать в своих компрессорах два типа смазки – SAE-30 при температуре выше 10 градусов Цельсия и SAE-10 при температуре ниже 10 градусов Цельсия. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.